Неудачная, потому что незаконная рыбалка под Витебском. Инспекторы природоохраны на озере Селяево задержали двух браконьеров. В итоге более 40 килограммов рыбы, 80-метровая сеть и крупный штраф. Порыбачить мужчины решили незаконными орудиями, что строго запрещено. Любители легкой наживы поймали свыше 100 взрослых особей карася, окуня и ротана. Ущерб природе составил 2500 рублей. Ранее, 2 года назад, товарищи уже попадали в поле зрения защитников фауны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Они рыбачили сетью, рыбачили днем, приехали на машине, надули резиновую лодку и выбирали сеть из воды вместе с рыбой. Всего лишь одной сетью, которая длиной была 80 метров, они выловили 42 килограмма рыбы. Более 100 особей. В основном в лове был карась серебряный и окунь. По Беларуси уже действуют ограничения на ловлю рыбы. Витебская область присоединится к так называемому нерестовому запрету последний 10 апреля.